С момента окончания Отечественной войны народа Абхазии прошло без малого четверть века, и наряду с приготовлениями к юбилейной дате и постепенному восстановлению ущерба, нанесенного боевыми действиями, абхазское общество начинает сталкиваться со спорами по поводу так называемых лжеветеранов. В нашу редакцию обратилась группа ветеранов 5-го батальона Гагарского военного гарнизона с просьбой оказать содействие в восстановлении справедливости. Наш батальон дислоцировался с той стороны Гумисты, с нашей стороны. Она там получила осколочное ранение. Потом она прошла полностью шрумскую операцию, летнюю нашу шрумскую операцию. То есть она участвовала даже в вывозе наших раненых. У нас там были потери, четверо наших бойцов погибли. Она участница нашего батальона и воевала. То есть сомнений у нас нету, наверное, и других не должно быть. Ветеран войны Алхаз Шамба рассказывает о своей боевой подруге Ларисе Тарба, награжденной медалью за отвагу. Сегодня она столкнулась с обвинениями в свой адрес и уже несколько лет пытается доказать, что является участницей Отечественной войны и заслуженно пользуется льготами ветерана. Она в нашем батальоне с марта 93 года, мартовское наступление. И она прошла всю войну после марта. Когда говорят, что она не участвовала, это, мягко говоря, так кощунственно отношение к ней, к ее родственникам, детям. Она в истории останется всегда как патриотка, которая бросила все и пошла на войну. Лариса Тарба на момент начала войны учительница 2-й Пицунской русской школы, отправилась на фронт вместе со своими подругами, что подтверждают ее боевые товарищи. В этих больших фотографиях это большой сход после начала войны 16 августа на территории русской школы Пицунской. Там выступали 5-6 человек. Лариса, которая работала в школе, учительница, и она выступила. Вот оттуда я считаю, что война для Ларисы началась. Конечно, она после этого, скажем, дня, она ни в школу ни разу не ходила. Среди наших медицинского персонала с начала до конца находилась. Лариса, как и многие наши девушки, была среди наших медицинских персоналов. Это после награждения. Когда они награду получили в Гагарске, в Гагрипше, в ресторане, Валера Аршба приезжал, вице-президент, там награждал. Вот это после торжественного такого момента медицинского персонала и семьям погибших давали. Вот одна группа, среди них и Лариса Тарба стоит. Лариса Тарба была ранена в мартовской операции. Первую медицинскую помощь ей оказали женщины из медико-санитарного батальона. В мартовском наступлении, когда уже Ибрагима и Пицунский батальон создали, мы слились, и когда мы шли вместе, и Лариса Тарба, и Света Рабая, и Лялька Шлумба к нам примкнулась, Люба Устян, вот, они все пошли с нами. Они все пошли с нами в мартовском наступлении. Мы, вот где ГАИ, пост ГАИ, да, вот в Ишеру, вниз есть блиндаж, мы там остановились, и потом пошли к реке вытаскивать раненых. Лариса пошла со Светой Рабая, а я с Лялькой Барази еще ниже пошли. У нас были трупы, мы 6-й отправили, и Света Рабая и Лариса Тарба отправили раненых. И когда на 66-й раненых отправили, они уже возвращались к ребятам нашим назад. Лариса была ранена, у нее было осколочное ранение, а меня попозже с Лялькой, когда мы назад шли, меня контузило. И когда мы уже в блиндаж заходили, в блиндаже темно. Ничего с улицы не видно. Света Рабая мне сказала: «Нана, осторожно, здесь Лариса лежит, раненая в ногу». Мы все были вместе. Все. И сказать о том, что Лариса не принимала участие, это просто ложь, которая высосана из пальца. Она вела точно так же, как и все, с разом за раненым бралась, кого туда отправить, кого на скорую, кого на танке спускала до Камана в шромах, когда мы были. История знает немало примеров, когда люди, которые не имеют никакого отношения к боевым действиям, спустя время выдают себя за ветеранов войны. Такие люди часто незаслуженно носят боевые награды. Такое положение дел, безусловно, не
украсить ни самих лжеветеранов, ни тех, кто каким-то образом сумел выдать свидетельство о их участии в войне. Но есть и другая сторона, когда людей, которые участвовали в военных операциях и даже были ранены, зачастую обвиняют в том, что они обманным путем пользуются льготами ветерана. В таком случае есть только один путь – обратиться в военный архив Министерства обороны. Только здесь можно получить справку об участии в военных операциях. Эта процедура не из легких. Списки ветеранов Отечественной войны перепроверяются множество раз. Под каждой фамилией ветерана ставят свои подписи командиры батальонов и их заместители. В архиве Министерства обороны есть справки, подписанные командирами. Этот список находится в базе данных в архиве Министерства обороны. И любой человек, кто может прийти, только с архива Министерства обороны. А в этих справках подписывают командиры. Если, допустим, батальон, подписывает командир батальона, начальник штаба батальона, комиссар батальона, если, допустим, 2-3 роты, командир роты. И все эти списки находятся в архиве Министерства обороны, и справка только там выдается. Если нету в базе данных того или иного участника войны, справку он не получит. Если находится в списке, в базе данных, беспрепятственно получает справку с архива. Порой бывает очень сложно установить истину, и люди, которые сталкиваются с несправедливостью по отношению к себе, часто впадают в уныние. Случай с Ларисой Тарба тому подтверждение. Вот здесь на помощь приходят верные друзья, боевые товарищи, с которыми она прошла весь этот нелегкий боевой путь. Сария Смер, Беслан Джинджолия, Абхазское телевидение.